А вот это, кстати, в дранке, смотри, показывают, тут пчелы. Это пчеловоровки, они вот тут летают, потому что взяток не очень хороший, так бы они тут не были. А это вот недавно откачанные рамки. Вот видишь, как они отстраивают? Вот ставим овощину, да, и вот они отсюда отстраивали, потом заполняют все это медом. А вот если бы сейчас был взяток очень хороший, такой настоящий, здесь бы не было бы ни одной пчелы вообще, они все бы летели бы на нектар. Но так как вот погода немножечко суховата и не хватает температуры, и поэтому вот взяток такой получается, нестабильный, и они остатки меда решили забрать сами к себе в дома. А вот, говорю, когда начался основной взяток, как бы, тут мед может литься рекою, и ни одной пчелы не будет, потому что они будут заняты все поимкой. А сейчас вот так как взяток не очень такой, чуть-чуть, он так называемый поддерживающий взяток называется, вот тут поэтому они частично тут кружатся. Хотя летают там, если так посмотреть на пасеку, летают довольно бодро. На контрольных весах у нас привес через час, потом может быть, через час, может быть, зависит, сколько они пришло. Улей плюса, какой плюс? Вот контрольные весы, вот посмотри, вот они, видишь? Улей, и вот там на весах он стоит. Это контрольный улей или контрольные весы называются. У меня вторые есть, но там менее точные. Этим весам каждым лет по 60 или по 70. Это уже раритет, таких сейчас не купишь нифига. А я их подбирал, это знаешь какие, в 90-е годы, просто все выкидывалось, все, никому ничего не нужно было. Я просто в поле весы вот эти подобрал, которые до полутонны весом.